Дорогие детки, уважаемые гости, сегодня мы здесь собрались для торжественного вручения первых паспортов граждан Российской Федерации нашим деткам. И для этого на эту сцену я приглашаю для принятия присяги наших деток. Пожалуйста. Я добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации, клянусь. Принимаю гражданство Российской Федерации, клянусь. Соблюдать Конституцию. Соблюдать Конституцию. И законодательство Российской Федерации. И законодательство Российской Федерации. Права и свободы ее граждан. Права и свободы ее граждан. Исполнять обязанности гражданина Российской Федерации. Исполнять обязанности гражданина Российской Федерации. На благо государства и общества. На благо государства и общества. Защищать свободу и независимость Российской Федерации. Защищать свободу и независимость Российской Федерации. Быть верным России. Быть верным России. Уважать ее культуру. Уважать ее культуру. И историю традиций. И историю традиций. Ребят, сейчас мы подпишем присягу гражданина Российской Федерации. После этого мы вам вручим паспорта гражданина Российской Федерации вместе с Конституцией Российской Федерации. Держите ручку. Здесь подпись. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Ребят, от всей души, от чистого сердца поздравляю вас с первым вашим документом, официальным паспортом гражданина Российской Федерации. Это ваш первый документ, который удостоверяет вашу личность. Вот. И он основной ваш документ. Всего вам хорошего, всех благ, здоровья. Спасибо. Спасибо. Напали на Советский Союз и в 42-м году дошли до этапа войны. Один оборонительный, а второй наступательный. Когда страна оборонялась с июля месяца 43-го года, это был уже наступательный этап Сталинградской битвы. Это солдаты защищали родину за каждый... Они ползли с воду и обратно вернуться ли. То есть это такой героизм, даже просто выжили. Там были и дети, и женщины, местные жители вместе с нашими бойцами. Там и татары были, и грузины были. Это люди разных национальностей. К тому же, несмотря на военные действия, на то, что 80% города вытекла нефть, и люди, которые бежали к Волге спасти, полностью сожгли город, вот руины остались.